Всем привет, с вами Сакура. Сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью. Мне пришла посылочка из Краснодара от Ксюши. Ее канал называется Ангелофрения. Ссылочку я ставлю где-то здесь и внизу. Это очень позитивная, веселая, легкая девушка, и канал у нее очень интересный. Зайдя туда раз, я не смогла уйти и смотрела все видео. Ну, вы сами можете в этом убедиться. Вы сможете посмотреть у нее влоги, обзоры на косметику, также у нее есть макияж, есть у нее также очень интересные видео про то, как она сама делает косметику, варит мыло, гидрофильные масла, бальзамы для губ. Это очень интересно и довольно-таки она легко объясняет, и даже я, если бы не была такой ленивой жопой, наверное, могла бы все это сделать сама. По ее инструкциям. Очень-очень интересный канал, и так как она мамочка молодая, также затрагиваются темы деток. Ну, давайте приступим, и я вам покажу саму посылочку, я ее уже достала из коробки, и спешу с вами поделиться своей радостью. Хочу также сказать, что мне пришла посылка с такими продуктами, которые я никогда не пробовала, для меня все-все в новинку, это вдвойне приятней. Так как Ксюша сама варит мыло, звездой посылки были именно ее ручные работы. Вот такое вот мыло Ангелофрения. И дальше хочу вам показывать разные. Что очень мило, каждое мыло на ленточке закреплена такая вот печать, бьюти-канал Ангелофрения для Сакуры Кавайи, и с обратной стороны описание, инструкция по применению и название самого мыла, что может не радовать. Это мыло Ксюша прислала для моего мужа. И что скажу, оно самое прикольное, мне очень понравился его аромат. Аромат «Водная гладь», просто потрясающий. Следующее мыло хочу показать. Я уже помню, что это мыло с ароматом клубники садовой. Такое вот. Милый медвежонок. Посмотрите, какая красота. Просто потрясающе. Вот это называется у человека руки растут из нужного места, а не так, как у меня. И еще мыло, такая вот потрясающая рыбка с просто чудесным ароматом. Я, кстати, по гороскопу рыба, и это так символично. Следующее, что мне прислала Ксюша, это маски. Она знает, что я просто обожаю тканевые маски. И к своему стыду я никогда ничего подобного не пробовала, потому что это тканевая маска для губ с экстрактом розового масла. И вот такая вот японочка, очень милая и как-то тематично. С удовольствием попробую. Еще альгинантная очищающая маска для жирной кожи от Charm Cleo Cosmetics. Я никогда не пробовала альгинантные маски, для меня это уже в новинку. И Charm Cleo Cosmetics — это косметика из Краснодара, то есть ее у нас, наверное, нигде нельзя купить, и я видела обзор у Ксюши на эту косметику, и, конечно, с удовольствием попробую ее. Очень интересно. Также от Charm Cleo Cosmetics еще я нашла маска для лица с соком ананаса для любого типа кожи. Я очень давно не пользовалась вот такими вот обычными масками, так как я перешла на тканевые. И, наверное, с удовольствием разнообразим свой уход именно вот такой вот обычной маской. И тоник с экстрактом овса и липы. Что интересно, он имеет вот такой вот распылитель, и можно и как на ватку нажать и использовать, и также просто на личико побрызгать. Следующее, что хочу показать, это декоративная косметика.
для глазок. Как Ксюша написала, для красивых глазок. Это вот такая вот миниатюра туши Wet n Wild. Заморская штучка какая-то. Очень мило выглядит. Такая розовенькая, пухленькая. Тоже с удовольствием попробую и открою для себя что-то новенькое. И от Кико черный каял. Это косметика не только итальянская, она привезена из Италии. Мама Ксюша недавно там была и привезла гору косметики. У нее даже есть интересное видео. И, в общем-то, мне тоже перепало вот такой вот каял. Черный с удовольствием использую, попробую. Вообще для меня это что-то такое новое, интересное. Следующее, что хочу показать, от Спивак цветочная вода жасмина. Если честно, Спивак, да, я наслышана, но сама ни разу не покупала и даже ничего не пробовала от этой марки, поэтому мне вдвойне интересней наконец-то до нее добраться. Эта цветочная вода, я так понимаю, просто использовать вместо тоника. В общем-то, попробую с удовольствием. Дальше. С таким вот бантиком Ксюша сделала сама бальзам. Это бальзам как для губ, так и для таких участков, которые сохнут, как локотки, либо же кутикула. То есть он многофункциональный. С удовольствием попробую. И приятно, что человек старался и сам что-то сделал для меня. Следующее, что хочу показать, вот в таком вот мешочке находится. Дуэт Пупа. Это лак золотистый и такие вот декоративные элементы, такие вот шарики. Очень интересно, никогда даже не видела еще и формат лака. Очень круто, буду пробовать. И также здесь зеркальце от Ивраше. Очень интересно получить его. Очень миленькое. А следующее, что хочу показать, Ксюша знает, что я просто обожаю всякие косметички от брендов и, наверное, их даже коллекционирую. Хочу показать, что мне Ксюша прислала две косметички. Это косметичка от Estée Lauder, такая вот маленькая, компактненькая, золотистая, и косметичка от Makeup for Eva. Она просто потрясающая. Она трансформер раскладывается, то есть зеркало тут как-то не закроешь. И получается вот такая вот небольшая удобная косметичка, которую удобно брать с собой. Также Ксюша не забыла про моего малыша Мефистофеля и прислала для него подарочки. Две вот такие вот шебы. Но, к сожалению, мой малыш ест только определенный сухой корм, и у него там специальное питание. Но к нам часто приходят невесты в гости, и поэтому мы одну из них угостим. Думаю, она останется довольна. И все это лежало вот в такой вот классной вместительной косметичке от Yves Rocher, которую можно брать с собой. Я давно присматривалась к такому формату косметичек и все как-то не решалась покупать. А тут бац, и она у меня есть. Я с удовольствием сюда положу свою косметику, наполню ее, и это повод покупать больше косметики, так как косметичка очень большая. Спасибо вам за внимание и спасибо, Ксюша, тебе за подарки. Мне было очень приятно их получить. Все для меня новое, интересное и неизведанное. С вами была Сакура. Всем пока-пока!